веки веков. Аминь. Да исполнится устало все творение Твоего, Господи, яко напоим славу Твою, яко сподобил и си нас причаститеся святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам. Сам люди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссипенши божественных, святых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, крестовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Спасибо, помилуй, сохрани вас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Спасивши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Днем языке Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящий Тебя, Господь, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, осети любящие благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави божественной Твоей силой, не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему даруй, церковам Твоим, священникам и всем людям Твоим, яко всякое дание блага и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебя, со света Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. О, Тебе, Господи, благословена ныне и до века. О, Тебе, Господи, благословена ныне и до века. О, Тебе, Господи, благословена ныне и до века. Господа на всякое время, выйду голой в устях моих, о Господи, похвалится душа моя, да услышат родцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознеси меня Его в купе, взыска Господа и услыша мя. И от всех скорби моих избави мя, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего звай, Господь, услышай, и от всех скорби Его спасей. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, избавит их. Кусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа все святые Его, яко не слышения боящимся Его, Бога тем нищаша и взалкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человека тяй живут, любит не видите благи. Будешь же язык твой от зла, и усне твои же неблагодарности. Уклонись от зла и сотвори благо. Взыщи мира и пожени, очи Господни на праведные, и уши его молитвы, лице
Помилуйся же, Господи, на творящее злое, еже потребите от земли памяти. Воз ваши праведные, Господь, услышай, и от всех скорбей избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я, Господь. Храни, Господь, вся кости, ни едино от них сокрушится. Свет грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб свой, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, иже во святых отца нашего Иоанна Архиепископа Константина Града Златоустого, и святаго Иннокентия епископа Иркутска, патриарха Тихона Московского, иже и память ныне совершается, святых праведный Богу Отец Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сейчас мы совершим молитву вечернюю, вечерняя и чин прощения. Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков. Боже наш, слава тебе. Псалом читается. Царю небесному. Царю небесному, утешителю души истинной же везде, соися исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися вны и очистина от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему.
Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, ты дивный велик, ты облечен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твою колесницу, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, не сходят долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и лей, от которого блистает лице его. И хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы и ели жилищу аисту, высокие горы серна. Каменные утесы, убежище зайца. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во времени бродят все лесные звери. Львы рыкают о добычу, просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое, на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи, все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух, их умирают, и перь свои возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается, горам и дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться Господи. Да исчезнут грешники земли, беззаконные, да не будет более. Благослови, душа моя Господа, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Освящение и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Церкви и соединим всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим в храме всем и с верой, и благоговением, и страхом Божиим, входящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Православный епископ Российской Церкви, Господи нашим высокопреосвященнейшим митрополите Ларионе, честь всем пресвитере всего Христе, диакон всем, всем притчи людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей, в Отечестве, в России, несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во граде всем, всяком граде, в стране верой живущих к ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во благословении воздухов и изобилии плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных о спасении,
Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Глас четвертый, Господи, возвал к Тебе, услыши мя. Господи, возвал к Тебе, услыши мя. Услыши меня, Господи, Господи, возвал Тебе, услыши меня. Вон глаз умоления моего, когда возвать имя Тебе, услыши меня, Господи. Изведись мне ты душу мою, исповедуйся имени Твоему. Хотел слезами омыть и моих прегрешений и рукописания, Господи. И прочее живота моего покаяние, благо угодите Тебе. Но враг льстит меня и борет душу мою, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Я ждут праведницы, дом держи, воздайся мне. Кто обуреваем и притекая ко пристанищу Твоему, Господи, не спасется. Или кто недугая и припадая к врачеству Твоему не оврачуется. Садителю всяческих и врачу недужных, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Из глубины воздал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Омый меня слезами моими, спаси, яко свернися многими грехи, тем же и припадайте, согреши, Боже, помилуй меня. Да будут ушу Твоим, немнешь глас умоления моего. Овча есть зловесного Твоего стада, и к Тебе прибегаю, пастырю доброму, взыщи меня, заблуждающего Божия, и помилуй мя. Аще беззаконие надлежит, Господи, Господи, кто постоит, якого Тебе очищение есть. Воздержанием тела смиритесь и почимся, божественное приходящее поприще непорочного поста, и молитвами и слезами Господа, спасающего нас, взыщем, и забвение злобы всеконечное сотворим вопиющее. Согрешихом те спаси, як уже древлени неветяне Христе Царю, и общники ныне сотвори небесного царствия благоутробне. Имени ради Твоего потерпех Тебя, Господи, потерпе душа моя, слово Твое, упова душа моя на Господа. Себе очаеваю, помышляя дела мои, Господи, всякого мучения достойное. Себу презрев честные Твои спаси заповеди, блудно мое житие ждих. Тем же молюся, тучами покаяниями очистив, постом и молением яко един милостивый просвети. И не гнушайся меня благодетелю всех и приблагий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно веки веков. Аминь. Постное время светло начнем, подвигом духовным себе предложивше, очистим душу, очистим плоть, постимся, як уже в снедях от всякие страсти, добродетельми наслаждающийся духа, в них же совершающейся любовью, насподобимся все, видите, всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху, духовно радующийся. Премудрость прости. Великие святые славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе, пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога, достойный сил во все времена петь быть и гласы преподобными, Сыне Божий живу даяй, тем же мир Тя славит. Вон и
не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вон мне души моей избавию. Отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Волни души моей, избавию. Воды Господи, читай. Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохранитеся нам. Благословенности, Господи, Божий Отец наш, и хвальное прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословенности, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенности, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенности, святые, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. Боже Твоей благодатью. Вечер всего совершенно святомирно безгрешно у Господа просим. Ангелами, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, искупление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Покаяние скончайте у Господа просим. Христианские окончания жута нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши. Сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Я же благ и человека любит Бог, и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Мир всем. И наше Господи, преклоним. Аминь.
прославлено Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Воссия благодать Твоя, Господи, воссия просвещение душ наших, сие время благоприятное, сие время покаяния, отложим дела тьмы и облечемся в оружие света, яко да приплывший поста великую пучину, тридневное воскресенье достигнем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, спасающего души наши. Тебе взедох, очи мои, прославляемые в памяти святых Твоих, Христе Божие, от них умоляем, не спасли нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, веки веков, аминь. Ангельские чини, Тя Богоматерь прославляют, Бога бо все чисто родила еси, Отцу и Духу соприсносущна. И ангельское воинство от несущего хотением поставившего, и Боже моли, отли спасти и просветите души православных, тя воспевающих все чистая. Не отпущающий раба твоего, Владыко, благо твоему с миром, яко видишь, очи мои, спасение твое. Вечести уготовал пред лицем всех людей, свету откровения языком, и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и цели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, крести. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Молите за мы, святые апостолы, святые все, да избавимся от бед и скорби. Возьму теплые предстать и Духа спасу стяжаку. От Твоей благоутробе и Пребедной Богородицы моление наше не презрево встанет. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сомнения, Серафим, безусленнюю Бога, Слово росшую, сущую, Богородицу тебя величаем. И благословен Христос Бог наш всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Читаем. Небесный Царю, православные христианы укрепи, веру утверди, языки укроти, мир умири, святые грации добре сохрани, прежде сын и братью нашу усиление в праведных учини. И нас покаяние исповеданий прими, яко благий и человека любец. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен си во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без изменения Бога, Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных Отец наших, святых праведных Бог Отец Акима и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вы слышали сегодняшнее евангельское чтение, Евангелие от Матфея. И поучение было о том, что сегодня в православной церкви так называемое прощенное воскресенье. Это бывает раз в году, когда мы и спрашиваем друг у друга прощения. Мы всегда это должны делать, ежедневно. Да не зайдет, говорит, в огневе солнце сегодня, чтобы отходя, ты всегда был в мире. Потому что не знаешь, когда придет Господин. В полночь или перед утром. Какую стражу, мы не знаем, придет за нами Господь. Вот блажен, кого заставит Господь бодрствующим, то есть бодрствующим над своей душою, бодрствующим на своем пути спасения. Вот. А горе, когда будет, застанет нас это зимой или в субботу, когда мы ничего не делаем, охлажденно, просто так, как говорится, по ветру идем, тогда горе будет нам. Что тогда ответим? Ведь и девы мы слышали в прошедшие дни, когда нам напоминалось и о девах мудрых и неразумных. Много сотворили они, подвиг большой сотворили, сохранили девство, но остались за дверями брачного чертога, потому что светильники их угасли. Вот.
потому что не было у них милосердия. Поэтому и угасли эти светильники. Поэтому мы должны, как говорил нам сегодня и апостол Павел, время уже коротко, ныне, пора уже проснуться. Смотришь, двое приходили в храм, сегодня я говорю Тамаре, ты одна пришла, говорю, то двое ходили, всегда первая приходила, сегодня одна. Она, ой-ой-ой-ой, захлопала, да. Внезапно, а кто, говорил, такая крепкая сестра была. Ее уже нет, она уже в вечности, там. Поэтому мы всегда должны быть бодростны своей душой. Просить не только в этот день прощения, да просить не у того, кого ты ничем не огорчил и ничего, а именно о тем, что если ты имел на кого-то, что попроси прощения. Потому что мы не знаем, завтрашний день – это не наш день. Наш день – это вот сегодня, вот сейчас – это наш день. Вчерашний уже день тоже не наш он день. Он уже в вечности ушел. А завтрашний мы не знаем, будет он для нас, воссияет или нет. Потому что это сегодняшний день. И я у всех вас прошу прощения, если кого-то я за это время как-то чем-то обидел, соблазнил ли чем, вот, по небрежности своей, по лености ли своей, прошу вас всех, простите меня, Христа ради, помолитесь обо мне грешно. Бог простит. Нас простит. Сейчас подходите, прикладывайтесь к Библии, Слово Божие, к иконе Спасителя и ко мне прикладывайтесь ко Христу. Вы спрашиваете у меня прощения, потом оборачиваетесь у всех, даже просите прощения друг у друга. Будьте там что-нибудь. Кланяйся до земли, кланяйся. В земле кланяйся. Батюшка, прости меня. Первый раз всем, братья и сестры, простите меня. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Подальше, отойди. Поклонись, а также всем поклонился до земли. Опять поклонился до земли. Что делать? Братья и сестры, простите меня ради Христа. Братья и сестры, простите меня, Христа ради, Бог простит. И за жену мою Анну, Господи, простите. Да Бог простит ее. Да воздвижку, которая говорит. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Бог простит. Братья, простите Христа ради грешного. Да простите, Господь. Простите ради Христа. Братья и сестры, простите меня. Да простите, Господь, простите меня. Простите.
батюшка, прости меня. Ладно, ко всем вам. Громче говори, братья и сестры, простите меня. Братья, простите меня. Батюшка, Бог простит вас. Бог простит. Братья и сестры, простите меня ради Христа. За Бог тебя простит. Да простит тебя Господь. Простите меня, Христа ради. Бог простит. Креститесь только перед крестом. Когда обращаться ко всем, креститься не надо уже. Батюшка,
Батюшка, простите меня. Сестра, простите меня ради Христа. Да Бог простит тебя. Прости. Простите меня, братья и сестры. Бог простит. Сестры, Бог простит тебя. Болящую. Да Бог простит вас. Братья и сестры, простите, что простите. Бог простит. Братья и сестры, простите гнев ради Христа. Мою маму и деток. Да простите, Батюшка, простите меня ради Христа. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог простит тебя. Благословение Господне на вас, Его благодати и человеколюбием, всегда ныне присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Так, стойте все на месте. Садите. Учение из беседы святителя Иоанна Златоустова. В этот день напоминает нам о покаянии. Это в Библии есть, у пророка Ионы. О покаянии невитян. О, удивительное чудо, страшное для людей, но вожделенное ангелом. Представь вместе со мной многое множество мужей и жен и детей, облегшихся во вретище, собравшихся вместе, оставивших обычные занятия и человеческие дела. Представь, что никто ничего не делает, и а все вместе высылают моления, плач и вопль к небу. Представь исчезнувший неравенство между господами и слугами, между начальниками и подчиненными. Представь царя, в таком же одеянии, находящемся среди народа и совершающего служение Богу, как какое-либо государственное дело. Это слово дошло, говорит, до царя Ниневии,
И он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. Книга пророка Ионы, 3 глава. Раны пурпура он врачует вретищем, грехи трона очищает сиденьем на пепле. Болезнь гордости врачует скромностью одежды, постом раны роскоши. И показал это самым делом, он побуждает всех к таковому же усердию через особое объявление и повелел провозгласить, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Новый царский закон, как врач, он назначает больным воздержание от пищи, а лучше апостольским постановлением о благочестивом посте подряжает этот роскошный законодатель, повелевая бессловесным участвовать в посте людей для того, чтобы при посредстве невинной природы приобрести большую милость Божию, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, сказал царь. О небесный строй! О воинство, приводящее в страх демонов! Горько стало дьяволу, когда он увидел все свое войско, обратившимся к Богу и воюющим с демонами. Когда в эту борьбу вступили и дети, и жены, малолетние вместе с взрослыми, когда бессловесные животные в качестве соратников были привлечены к воинскому строю. Дерзайте, ниневитяне, дерзайте! Человеколюбивый царь воюет с нами, только победив упорных своих врагов. Он, оставив гнев, делается благодетелем их. За словами следовали соответствующие дела. Пост, вретище, усердная молитва, слезы, удаление от зла. Вопияли, говорит, прилежно к Богу, и обратился каждый от пути своего лукавого и от неправды, сущей в руках их. Обращается к любомудрию, к самым высшим вопросам любомудрия, и венец добродетели делает основанием добродетели. Каждый старался исполнить всякое доброе дело, более всего, более угодное Богу. Видели начавшуюся войну неба с ними и укрепили себя добрыми делами, как стену. Сверкавшим вверху молниям они противопоставили внизу молитвы и прошения, ударом грома звуки песнопений. Пост сделался для них крепкою башнею. Потоками слез смыли множество грехов. Врагов сделали друзьями, чтобы примириться с Богом. Сами оставили гнев на оскорбивших их, чтобы прекратить гнев на них владыки. Книгу долгов разорвали здесь, чтобы там получить отпущение грехов. Дали рабам свободу, чтобы самим освободиться от наказания. Делились с бедными имуществом, чтобы сделать безопасным свое достояние. Бросив роскошь, держались воздержания. Избегая своей воли, полюбили скромность. Возненавидев течливость, приняли все вид скромный и печальный. Занимавшиеся торговлей, договорами и всякими делами служили Богу. У всех был один предмет забот – это спасение. Все богатые и бедные стремились и хлопотали об одном – о сохранении жизни. Все не относящееся к этому оставлялось без полезное и худое. Неизвестно было спасение и как желаемое было предметом усердного искания. Не надеялись на успех покаяния,
и как желающие жить, всецело отдались всякому доброму деланию. О, всемогущее покаяние! Совершается оно на земле и производит перемену на небесах. Так и мы, возлюбленные, покаемся, так и мы будем поститься, присадим к посту добрые дела, не будем делать худого, убоимся угрозы гиенны. Путем покаяния будем стремиться получить от Бога спасение. Аминь. Аминь. Храни всех, Господь.